Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, Светлана! Здравствуйте! Здравствуйте! Осень – чудесная пора. И даже если за окном дождливо, дома может быть тепло и уютно. И мне кажется, вполне логично возникает вопрос, как же нам наполнить хмурые осенние дни хорошим настроением? Вам помогут наши стильные коллекции для декора дома. Наши новинки добавят в ваш интерьер ярких и сочных акцентов и точно поднимут настроение. Вот здесь уже буду к вам обращаться. Регина, давайте, расскажите поскорее подробности. Посмотрите, Светлана, какая у нас яркая и нарядная коллекция «Спелая тыква». Могу абсолютно точно сказать, что вот эта коллекция незамеченной точно не останется. Ну, посмотрим, из чего она состоит. Ну, давайте начнем со скатерти. Так. Есть такая замечательная скатерть с ярким принтом. Она подходит для круглых и квадратных столов. Ну, то есть абсолютно универсальная вещь. И самое главное, вот когда за окном серо, хмуро, дождливо, такие невероятно яркие цвета обязательно дадут нам хорошее настроение, обязательно дадут ощущение теплоты и уюта. Точно, супер, прекрасно. Да, мы очень старались как раз, чтобы были такие впечатления. У нас есть вот такой очаровательный горшочек. Это мультифункциональный продукт. В нем можно запекать продукты в духовке, но также можно использовать в качестве шкатулки для хранения разных мелочей. Посмотрите, как он будет стильно смотреться и на кухне, и в гостиной. Слушайте, невероятная красота. Очень такой теплый цвет получился на самом деле. И мне кажется, что даже если вдруг вы решите, что ну не очень хочется что-то класть внутрь, как декор для дома абсолютно точно подойдет тоже. Супер. Да. Ну и вот такой продукт, кружка для любителей осеннего теплого чая. На самом деле это очень вместительная кружка, хотя она не выглядит очень большой, но здесь целых 500 миллилитров. Поэтому вы можете целый вечер провести за кружечкой чая. Можно я тоже подержу в руках? Смотрите еще, какая история. При таком объеме, когда вы приглашаете в гости гостей, можно очень много сделать теплого, прекрасного, ароматного напитка, и разговоры осенние будут тогда долгими, такими уютными. Да, абсолютно точно. Чудесно. Ну и еще один продукт, который у нас стал очень популярным, это стеклянная разделочная доска. И здесь тоже несколько функций. Вы можете ее использовать по прямому назначению в качестве доски, а можете использовать в качестве сервировочной тарелки. На ней прекрасно можно подать на стол сыры, какие-то закуски другие. Ну, я могу сказать, что принт восхитительный, вот просто восхитительный. Гармонирует со скатертью, но и сам по себе вот тоже прекрасен. Это же целая получается такая осенняя картина, которую мы нарисовали, как искусство. Да, совершенно верно. Ну что, благодаря спелой тыкве мы создали уютную атмосферу на кухне. А есть ли что-то для украшения комнат? Да, конечно, Светлана, я раскрою небольшой секрет. Нам совершенно не обязательно делать в квартире ремонт, чтобы преобразить интерьер. Будет достаточно всего пары деталей, которые вы обязательно найдете в нашей новой яркой коллекции «Сочный гранат». Так давай скорее расскажем, что входит в эту коллекцию. В коллекции вот такая изящная стеклянная ваза для цветов. Так. Также две керамические вазы разных размеров. Очень красивые. Они могут служить как вазочками для небольших композиций, так и просто стильными элементами декора. И вот такие прекрасные декоративные наволочки для подушек. Кстати, подушку для этих наволочек тоже можно приобрести в нашем каталоге. Вот, и я уверена, что все эти продукты станут яркими акцентами вашего интерьера. Я правильно поняла, что наволочка, на застежке это молнии. Да, это наволочка, она на застежке молнии и легко надевается на вот такую беленькую прекрасную нашу подушечку. Я все это к чему? Я к тому, что довольно просто, в процессе эксплуатации привести в надлежащий вид, нашу наволочку. Конечно, они легко стираются, легко меняются, тем более, что у нас периодически появляются новые наволочки, поэтому каждый сезон
И какой-то новый декор. Необычайно красивые цвета, необычайное сочетание их между собой. Просто удивительно. И возникает, конечно, логичный вопрос, когда же можно будет купить эти удивительные вещи в этой коллекции? Свет, обе эти коллекции уже представлены в каталоге, так. Поэтому уже сейчас вы можете выбрать понравившиеся вам новинки и начать преображать дом. Согласитесь, друзья, что с такими яркими аксессуарами осень пролетит незаметно. И совсем скоро наступит Новый год. Регина, будут ли новинки к Новому году? Конечно, Светлана, как всегда, к новогодним праздникам мы подготовили для вас много сюрпризов. И расскажет вам о них мой помощник. Догадайтесь, кто? Не-а. Заинтригованы? Очень. Тогда внимание на экран. Это вы? Я уже заждался. Нравится? Я создавал эту праздничную коллекцию от своего большого тигриного сердца. Приготовим вкусненького. Готовить к Новому году надо красиво, аккуратно и с удовольствием. А теперь прошу к столу. И побольше вам подарков. Какой же все-таки замечательный талисман будет сопровождать нас весь следующий год? Да, наш тигр просто очарователен. И он немножечко любит поболтать, как поэтому... мы. Поэтому он уже быстро раскрыл все наши секреты и рассказал, что в эти новогодние праздники мы представим целых две коллекции. Коллекции будут волшебные, и я обе уже вижу на нашем прекрасном, красивом столе, но очень прошу рассказать о каждой поподробнее. Да, Светлан, вот эта коллекция называется «Северное сияние». Она создана, чтобы наполнить ваш дом волшебством. Вы сможете накрыть праздничный стол и создать новогоднее настроение. Я вот прям прошу обратить внимание, что достаточно взглянуть сейчас на наш стол, и праздничное настроение появляется само по себе. Но почему все-таки северное сияние? Да, я вам расскажу. Посмотрите, Светлан, ведь орнамент текстиля и цвет всех продуктов имитируют переливы этого невероятного природного явления, которое, собственно, и отражено в названии коллекции. Зажгите гирлянды или свечи, и вы увидите радужную игру света. Почувствуйте новогодний уют и магию праздника. Это необычайно красиво, это просто восхитительно. Но давайте поподробнее, какие же предметы входят в коллекцию? В коллекцию входят посуда для сервировки стола, стеклянные стаканы и столовые приборы с радужным покрытием. Uh-huh. Посмотрите, каждый прибор индивидуален, у него свой индивидуальный цвет. Они могут быть все разные. Я с разными позволения возьму. Удивительные. И в зависимости от того, как на эти предметы падает свет, цвет их будет меняться. Просто потрясающе. А какие чудесные, смотрите, у нас тарелки. Такой глубокий, очень зимний, красивый цвет. Да. А посмотрите, какой текстиль, скатерть и дорожка. Их можно использовать вместе комплектом, а также они могут быть каждый отдельным предметом интерьера. Угу. Я смотрю, что рисунок, да, выбран специфически, он пересекается, вот они между собой так гармонируют. Конечно, это же одна коллекция. Золотые канты придают текстилю особый шик, а изящный орнамент впишется в любой интерьер. Мне очень нравится. Это на самом деле может подарить новогоднее настроение в любой момент. Ну, вдруг нам захочется несколько раз отпраздновать Конечно. Новый год. Так, что еще? Еще вот такая замечательная стеклянная ваза, в которой мы можем поставить или новогоднюю композицию, или вот как мы сейчас декорировали стол, можно внутрь поставить прекрасную свечку. Вы знаете, Регина, считается, что волшебство не передается через камеру, но я сейчас очень
надеюсь, что если вот поднять наши стаканы на руки, будет видно нашим зрителям, насколько красиво исполнена наша посуда, насколько прекрасны переливы и грани в стекле наших стаканов. Это какая-то действительно удивительная и волшебная, естественно, новогодняя история. Очень красиво, очень здорово. И у нас есть еще один продукт. Это такой мягкий, нежный плед. Он невероятно легкий, сделан из легкого материала Aerosoft, при этом он очень теплый и согреет вас длинными холодными вечерами. Конечно, хочется потрогать. Он очень мягкий, да, очень приятный. Очень правда, приятный. Хочется с ним расставаться. Вот даже. Это тот самый случай, что когда подобные вещи появляются у вас в доме, вам плохая погода за окном совершенно на руку. Потому что хочется завернуться в плед, сделать себе горячий чай и вообще больше никуда не выходить. Вот за эти вещи отдельное спасибо, потому что именно они дают нам, ну, вот те самые необходимые в суете современной жизни 10 минут тишины и покоя. Очень классный. Да. Очень-очень. Мне очень понравилось. Просто прекрасно. Спасибо. Так, все мы верим в определенную историю. Вот чтобы Новый год был удачным, его нужно встретить по всем правилам. Так чем же нам задобрить наш талисман года? Светлан, я думаю, что нашему символу года точно понравится традиционная коллекция новогодних сувениров «Тигр года», которая выполнена в авторском дизайне. Она поможет и украсить дом, и подготовить классные подарки для всех ваших друзей и близких. Вот за это могу сказать отдельное спасибо, потому что предновогодняя суета, как правило, сводит нас с ума. Мы все как-то бегаем в поисках подарков. Вот отличное решение. Вы дарите кусочек праздника кому-то из своих близких еще и символом года. Конечно. Супер, спасибо большое здесь за это. Каждый продукт, он может быть как отдельным подарком, так вы можете им просто дополнить какой-то ваш другой подарок. Ну или можно, в принципе, собрать целую коллекцию и подарить большой подарок «Тигр года». Чудесно, чудесно. Регина, спасибо большое за коллекции. Они, как всегда, удивительны. Я просто в восторге. Да, это спасибо, фантастика. Светлана. Я очень рада, что вам понравилось. Друзья, я знаю, что вы любите и всегда ждете наши новинки для дома. Поэтому сегодня мне было особенно приятно рассказать о наших новых замечательных коллекциях, которые подарят прекрасное настроение в обычный осенний день, ну и в праздничную новогоднюю ночь. Я желаю вам успехов и до новых встреч! До новых встреч!